Итак, это вторая часть парада ретро-трамваев, посвященная 117-летию. Итак, вторая часть, это начинаются чешские Татры, которые ходили с конца 60-х, 70-х годов и по сегодняшний день. И первый из них это Татра Т2, отдел до 81-го года. Напоминает какую-то очень мощного трамвая. В переносном смысле. Так он приблизительно выглядел кабина водителя в Татре Т2. В чешских Татрах немного просторнее было. Ну хотя все равно оставляло желать лучшего. Перилы были очень высокие. Диваны сохранились те же, но, к сожалению, убрали рейки, которые были на трамваях из Коломенского завода. Следующая модификация чешских Татр – это Татра Т3. Он отличился тем более округленным, но все равно имел только вход и выход. Две двери. Третью в середине не было. Здесь практически салон не изменили, оставили все то же самое, только изменились плафоны, вместо круглых более вытянутые. Вот такие вот были для оплаты проездов. Следующая модификация чешских трамваев это Т3Б5. Он уже более такой квадратный. И уже появился третья дверь, то есть которая посередине. Здесь намного просторнее, но все равно перила опять оставались высокими. На этот раз диванов не было, а отдельные стулья, ну, которые тоже было на них удобно садиться. Следующая модификация трамваев Татра Т7Б5. То же самое, что и предыдущий. И здесь, в принципе, то же самое. Опять же, ничем не изменилось. Следующий трамвай, который выпущен в единственном экземпляре, но, к сожалению, оказался неудачным, это LM2000, сделанный в петербургском трамвайном заводе.
это похожий прототип на чешскую Татру. Эксплуатировался он до 2014 года, а затем был передан в музей. Вот некоторые элементы можно узнать из других петербургских трамваев. Дальше уже пошли служебные трамваи, которые ремонтируют трамвайное полотно, рельсы, шпалы. Все, что связано с железной дорогой. Есть служебные трамваи, которые очищают рельсы. Ну, плохое время года, зима там, например, или когда прошел сильный ливень. Вот то, что вот этот уборочный трамвай. А все внушительно вот эти вот щетки, которые вот. И вот само вот это, что сделано здесь. Хотя, в принципе, такие ходят тоже. Вот такой трамвай повстречался. Я никогда таких не видел. Никогда таких не видел. Похоже, как товарный трамвай. Ну и последний трамвай, который представлен, это уже современный, ну, это тематический трамвай, посвященный 55-летию первому человеку полету в космос. Это Юрию Алексеевичу Гагарину.
Ну что, трамвай подошел к концу. Электротехника отправляется обратно домой, к себе. Итак, все начиналось с гонки до 1899 года. И до 1935 года, то есть до открытия метрополитена, трамвай являлся главным транспортом в Москве. Конечно, в 1924 году появился автобус, в 1933 троллейбус, но все равно трамвай оставался главным транспортом до открытия метрополитена. Коломенск, трамвай из Коломенского завода, из подмосковных городов. Известных из многих фильмов советских «Место встречи изменить нельзя», «Мастер и Маргарита», «Холодное лето 51-го» и другие. Конечно, такая погода, к сожалению, такая нелетная, но для меня это не помеха. Дальше трамваи Книжского завода. Чешские Татры. Единственный LM 2000.
дальше служебные трамваи. Итак, это был парад ретро-трамваев, проходивший на Чистопрудном бульваре, посвященному 117-летию электрическому трамваю. Эти трамваи появятся в следующем, 2017 году. Это мероприятие проходит ежегодно, как и парад ретро-троллейбусов и парад ретро-автобусов. Итак, московскому электрическому трамваю 117 лет. С вами был я, Сэнзэй. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал. Пока!